Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас MCND с композицией Adventure. Ну, то есть, как бы Adventure, наверное, считается, но тут ODD в начале. Что-то они имели в виду. В любом случае, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, и мы начинаем! Сразу отмечу, в самом начале гитара вот как будто игралась с стеклянным слайдом. Сейчас покажу. Что-то у меня кресло опустилось, пока я пытался вам показать. Чёртов газлифт. Во, с такой штукой как будто игралась. Вот на парис надевается и вот вводится по ладам. Похоже на слайд было в самом начале. Плюс хочу отметить очень мягкую, приятную бочку, такой... Подкачивающий бас тоже слегка округлый, но не гигантский, по крайней мере, в этот момент, пока я слушаю сейчас. И гитары, что может пойти не так? Тут местами звук гитар такой яркий и искристый, причем такой местами даже песочный, напоминает какую-то музыку 70-х, 80-х, именно рок-музыку. Я не знаю, мне почему-то еще песню Sweet Home Alabama напомнило по звучанию. Вот не знаю, наверное, с гитарой все это связано. Но вот именно звук гитарный сам, то есть сам тембр вот, гитары, не мелодия, не что-то другое, именно как звучит сама гитара, то есть ее тембр. Очень напомнил мне эту песню Sweet Home Alabama. Ну, первая ассоциация. Кстати, в куплетах гитара, опять же, немного прикрытая, то есть там срезает немного верха, и получается тоже достаточно интересное звучание. Но в целом говорю, что пока по балансу инструментов не то, что нет вопросов, он прекрасный. То есть тут есть и что-то округлое, что-то кусачее, и в целом получается ровно. Но при этом есть определенные перекосы, которые привлекают каждый по-своему внимание. Ну и, кстати, вокальная аранжировка. Тут и рыбчины засчитали нам, и голоса отлично сочетаются, и бэки есть. Ну, такая, знаете, гостовская аранжировка, гостовская композиция. Я даже не знаю, как по-другому вам это сказать. Балдёж. Кстати, припев не особо и высокий по пению, ну то есть тесситура как-то, господи, ноты не особо там высокие, то есть поют они в удобном диапазоне, ну не прям совсем низко, как у нас были недавно композиции, но прямо вот такой средний по высоте припев, что тоже достаточно свежо на фоне того, как все пытаются до сих пор время от времени петь как можно выше. И это неплохо и нехорошо, просто мое наблюдение. I just gotta break free. 달려 클릭 클럽.
Ну, топ-медиа действительно сделали топовый трек. Что я сказать могу? Сплошные эмоции. Мне понравилось, как звучит аранжировка. Опять же, гитарный звук. Мое почтение. 808-й бас тоже отыгрывал. Барабаны, перкуссия, голоса. То есть они были ближе, дальше. Динамика в композиции. Все это можно переслушивать и получать огромное удовольствие. Если слушать еще вдумчиво, можно увидеть, услышать новые элементы. Поэтому... Я говорю, да, добро пожаловать в плейлист, МП нижнее подчеркивание плейлист на Spotify. Также, вот он плейлист прекрасных людей, бустеры, YouTube-спонсоры, донатеры. Всем огромное спасибо, вот они все сверху вниз, слева направо. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что. Ну, да, сегодня никаких шуток не будет, просто несмотря ни на что, спасибо. Далее. Бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Смотрите, проходите, изучайте, кому интересно, кто смелый, кто ловкий, кто умелый. Далее, MP Reviews, поп новости, MP Entertainment музыка, телеграм-канал, хаплокация, по-прежнему Максим, и я не говорю вам прощай, говорю до новых встреч, пока.